Моргат, здрасте. Здрасте, здрасте. Анатолий, привет. Так. Я понял, что не просишь, но как бы все равно. Чисто так, я пояснил. Здрасте, здрасте. Всем здрасте вновь. Вашек, здорово. Мир твоим ежам. Здрасте. На самом деле, баланс извращугенский. Вот просто... Это, блядь, фу. Ой. Ну да ладно. Чё они там? Муцу, Нормандия, чё и линкоры. Будут нас фокусить. Я на всём играю. А вот немцев не могу понять. А чё, они, я немцев люблю. Ну, Гнезенау, этот Тирпиц, Бисмарк. Хорошо это всё. Иду с высоко поднятой головой. Все думают, гордый я, у меня сопли. Ну да, так еще на куртку падать начнут. Вашик, спасибо тебе за донатик, за оплату комишенции. Спасибо, ос. Да мы вот сейчас с гордо поднятой головой вот здесь на точке будем опиздюливаться. Я вот прям вижу, как там вон они смещаются. С другого фланга плывут они сюда. Так, нам главное выжить. Все остальное похую. Мы не играем сегодня на какие-то крутые результаты. Конечно же, будем стараться попадать всегда в топ. Но нужно выживать. Чтобы выживать, не нужно выебываться. Чтобы не выебываться... Попал я, блядь, я не умею. Не выебываться-то. Немцы повеселее совков. Ну, как бы, я бы немцев только вот уважаю с Гнезенау. До Гнезенау мне немецкие линкоры абсолютно не нравятся. Шлаковня. Да, с моими-то 12 и 8 километрами в этом уровне боев только воевать. Против Кутузовых. Такс. Нормалек. Ну, я думаю, что стоит применять секретные разработки нагиба. И желательно начать попадать. Главное, блядь, первым залпом я ему пожар завесил там с одного-двух попаданий, а дальше все. Говорится, хорошего понемногу. Союзники, передаю координаты важной цели. Короче, проблемка в том, что Фусо, который мог бы просвечивать Кливлендоса, он находится за мной, да, и вот поэтому мы проебались по дистанции. Но он шел раньше с РЛС-кой, поэтому, типа, как бы мне нормально сейчас. Кливленд этот вообще необоснованно куда-то вперед гребет. И, по сути, это его сейчас приведет к уничтожению. Мы даже ББшку подзарядим. Даже ББшку. Чё ж, цитадели-то усиляли. В принципе, выбить можем. А, хуюшки. Но могли бы. Да, синдром Морфа. Подождем. Еще один залп сделаем. Говно вопрос. Не благодари. Я раздамаживал именно для тебя. Так, все, надо валить отсюда.
Два рикошета. Один в один, точки наши. Красненькие смещаются сюда ближе. Это хорошо. Значит, если мой тот фланг пойдет в атаку, там они про 10-й линии вперед пройдут. По идее. У нас сейчас будет такая пауза. Нам надо дождаться КД расходника и не навыебываться за это время. Поэтому побежим под союзников пока. И вот здесь вот граф Шпей должен идти. Может быть, сейчас его выцепим и постреляемся маленечко. Постреляемся и кого-нибудь покалечим. Мне это Аризона смущает. Шпей не видать. Это печально. Еще печально то, что Акизуки в свое время Муцуки не убил. Наша команда получила преимущество. Вон они и Костоломы. Но это вот завсегдаты. Эти за нами охотятся частенько. А вот и Шпейка. Шпейка. Пробил. Ну, захват мы, в принципе, сбили. И меня это более чем устраивает. Сейчас оборону просто через вот это вот, через вот эти острова нужно будет оборону строить и все. Они сместились все в сторону первой, третьей линии. А тут две точки-то за нами. И тут нужно, если сейчас наши не наебланизируют, нужно просто нормально в оборону встать и все. Но с тем учетом, что наши это наши, наебланизируют. Да. Но нам здесь будет проще потом отступать дальше. Потому что они, как сказать, не будут готовы к тому, что мы перемещаемся. И мы перемещаемся быстрее. Прости, но торпеды ненадежно. Могли не попасть торпедки-то. Да и я мог не попасть, но он был шотный, он до этого там на перетяжке засветился. Поэтому я знал, что у него хп мало. И дальше был вопрос только техники попасть. Ох, если б Махан на меня б дымы бы скинул, это вообще был бы огонище. Но Махан скинул на себя. По идее... Так, а вот Муцу может перекинуть. Так, я думаю, что придется в дымы сигать. Дымогенератор запущен. Не сильно хотелось, но придется. Нужно еще не забывать, что Ганфил, блядь, умеет также в дымы стрелять. Это я лично знаю. Так что нужно, блядь, точно не стоять на месте. Просто смещаться мы так можем из линии прострела выйти, и это будет нехорошо. Поэтому нужно маленько смещаться и пытаться сейчас ББшку загнать. ББшку надо загонять, цитадели усиляли. А, заебали, блядь. Не хотит, не хватает бронепробития. Не хватает. Ну нормально, вроде как по очкам ведем. В принципе, нас не калечит.
И, в принципе, красные захлебнулись. Захлебнулись в атаке. Но они не в атаке, они смещались в большей степени за мной. И это их самая большая ошибка. А я ТАшник кританул. Все, пиздос тебе. Иди гори. Но на самом деле радоваться мало, рано, знаете почему? Потому что у них восьмой крейсер живой. Это как бы очень существенная сила. Очень существенная. А наш авик скоро опиздюлится. А наши эсминцы катаются по краешку карты. Тем самым они, конечно, заагрили авик на себя. Но толку-то от этого дальше-то никакого. Они никого не убивают. Они в два эсминца катаются в одном месте. И все это фигня. Ну, что мы могли с этой позиции выжить, мы выжили. Дальше надо переходить на Кутузова и... Сейчас будет... Не знаю что. Номер юмористический, блядь. Как на перте убить Кутузова. Вариант есть. Один охуенный. Но нужно не забывать о том, что там вот... Он еще по нам активно стрелял. И в сам Кутузов стопудово в первую очередь скинутся по нам, блядь. И наша близость команды к победе сейчас будет просто сходить на нет. Потому что авик мы теряем. Авик мы теряем. И эсминцы потом потеряем. Тут сейчас весь вопрос в том, насколько будет на дамаг вести. Насколько будет вести на дамаг. Нормас, там еще Андрюха флиппер всек, походу, ему. Так, ну, конечно, цитадели меньше, чем хотелось бы. Но! Если сейчас он встает в дымы, он перестает светить авик. И это дает немножко жизни нашему авианосцу. А немножко жизни нашему авианосцу дает, значит, немножко... Возна, да пиздос нахуй. Насасывают, блядь! Опять! Дружным своим коллективом. Не, навик я не хочу играть, иди нахуй. Это могло быть опасно. Так, может быть, на Андрюху вытянем. Вытянем, Андрюха, может, подзарешает. Наша команда близка к победе. Близка к победе, блядь, 6 минут. Нам до близка к победе еще грести и грести. Махан, конечно, еще живой. Махан еще живой. Зря Андрюха из-под острова ушел. Надо было точку стопать до последнего. Зря. Зря. Я не светился, просто в дымы хуярят, блять. У них там жажда бонус-кода активирована. Жажда бонус-кода. Блять, Фусо еще очень долго сам по себе горит. Баварию нагнул Махан, это отлично. Может, хотя бы даже на победу тогда вытянем-то. Махан сдох, но Махан на линкор разменялся. И до точки-то не скоро кто-то приплывет, блять. Видишь, пиздец точные, нахуй. Мореходы, блин. А мне дальности стрельбы не хватает, чтобы в этого шпея херачить.
И наши корабли умирают. Зря ушел, Андрюха. Надо было стоять просто-напросто под островом. Он бы на тебя вышел бортиной, и ты бы его разобрал. Отлично, пожар прокнул, он, скорее всего, труп. Хотя нет, потушился. Потушился он, потушился. Блять, заебись на легком крейсере играть, конечно, в таком балансе. Жизнерадостность зашкаливает. То, что не убили Фусо, это вообще косяк дикий. Но мне там уже стоять был не варик, блять. И он вообще вон текает. Рискуем, но кто не рискует, тот не подбухивает. А нам скоро предстоит. Нет, значит, все-таки текаем. Значит, все-таки текаем. Переживем, сейчас будет залп граф Шпея. И потом нужно, чтобы Фусо не попал. Понимаете, кого-нибудь бы из них убить, вообще огонь был бы. Так убивать некого. Ну, а с тем учетом, что авик проебланили, тут как бы все сказано. Ну, отдавать буду килл по чесноку тому, кто убьет. Пожарная тревога. Вот пожар я зря потушил. Это прям факт. Ну, естественно, он залетел. Аппарат уничтожен. Нет, 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 блять, ебаные муцуки, блять. Нормас. Сейчас, если Шпей не попадает. Шпей не попал. Я сделал один в поле воин, блять. Ебать я сильно. Ну я перта, конечно, люблю. Пиздос, нахуй. У меня на основном на этом-то две таких медальки-то всего, блин. Этот бой я вырежу. Слабаки, блять! Тимкиллеры, блядь, сны, стрим, снайперят, блядь, убить не могут, нихуяшеньки. Жесть, дожили. Ну, там были, конечно, ошибки по ходу боя, лажали, но срать. Ебай, пиздос, я пиздец. Это охуенно. Это шикарно. Слабаки, блядь. Хотя вон кто-то там пытался убивать.